Вот это праздник. Я как помню, сидел, да? Ага. И сейчас уйдем. Какая-то большая. Стоп-видео. Идем на девятиярочный мост. Поэтому людям не знаем дороги, я покажу. Поэтому идем. Наверное, надо тебе первым пойти. Так, знаменитый девятиярочный мост. Красотища. Или вот тут подняться в середину тебя, а там. Так, продолжаем наше путешествие. Сейчас поднимаемся на малый пик Адама. Ну и вот он момент. И вот он пик. Ого! Это я поднялся просто. Ну,
Оля, сюда за мной. Let's go. Куда он побежал? Я не могу понять. Нормально. Тихо. Идем на водопад в джунглях. Водопад в джунглях. Оль, возьми эту сумку. Можешь взять? Это он ведет. Что? Ты аккуратно смотри. Что, опять преграды? На пути. А что же вы хотели? Экзотики? Здрасте, Натан. На купальнике поменяю.
А мы тут будем как дикие обезьяны, сейчас все раздеваемся голышом. Пришло ваше время быть готовыми. Примите буддизм. Сейчас идем в ресторан Диалаш. Встретили на экскурсии ребят из Украины. Они порекомендовали ресторан этот. Диалаш — это и отель, и при отеле есть ресторан. Hello, yes, sir. Ресторан. Yeah. See your food. Yeah. Все, let's go. Сейчас сделаем заказ и покажем вам, что мы заказали. О, отлично, давай туда, на. Бережку, да? Бережочку. Давай так вот обойдем. GoPro Hero. The best. Так, подожди, а сюда. И выходит тоже так и нет. Так, вот наш столик. А вот. Так, еще один стульчик, да? А, мы возьмем. А что? А, нет. А, картошка еще, да, и салат. Окей. Так, что тут у нас? Креветки, крабики, какие-то огромные креветки. Какое-то мясо тут еще, осьминоги. Ну, будем кушать, короче, да? Все, приятного аппетита. Мы можем что-то ставить? Ha ha ha.